набрать силу. Блять, какой там мотоцикл, блять, умный, нахуй, телу уже разнимает. Кому там делать нехуй? Маяки не добили, поехали вперед, блять. Там еще два есть, их ломать? Так локов много. Да. Что? А че так локов много? Не знаю. Так попал, вот так получилось. Быстрее убьем. Чиниться-то можно, нет? Мне без разницы, кем ты пойдешь, наверное. Как хочешь. Сейчас мы маяки добьем, блять. Вы же заигнорили их, забили хуй. А. Понял, вопросов нет. Идеально. Ай, блять. Да с двумя маяками так быстро убьется. Это не башня, а маяки. Я про башню ничего не знаю. Вроде все выделилось. Шкаф тыкните. Нет уже места. Нет. Я могу на замену пути. Тут у нас один шипа. Адель, тебя попросила Юлю не отпускать. Сказала, чтоб ты сидела до последнего. Сам сучка. Так, кто в каталажке не сидит, на разрушителе ключи отпускать? Ты у нас единственный там фонари, так что фонаря голову. Уже нет слота. Фонари. На замену один напишите. Один дох. Че так мало людей? Серый печенька, Мирай и ассист печеньки. Мне еще не самому. Блэкдарк звезда. Глевой ассист звезде. Еще. Кто умеет сидеть? Ну, ребят, активнее, блядь. Кто умеет тыкать? Разрушитель. А плюс поставить я сам посажу, блядь. Если ты умеешь. Я могу колчедан потаскать, я помню, как это делается. Колфел, хорошо, давай в кресло, пойси в кресло с этим, блядь, ассистом. Лондра разрушитель хочет. Еще два человека нам. Руинера, мне кажется. Дель, ты дурак, что ли? Феникс, досади Ондру. Он не заслакает.
Север, давай в трусы садись. Я не умею. Научишься, нахуй. А что там делать? Отъезжать, блядь, от бугров, нахуй, и стрелять на двоечку. А Юля вон тебя колчина на подыск. Ну ладно. Ну еще не орите, я реально первый раз. Настя ко мне в ромик. Так, я в трусы? Да. А, блядь, еще не суманулим. Тыкните на шкаф. На шкаф стоит, вот он. Так суманьте ко мне. Настя почему-то, блядь, ну типа я не понимаю, ну 15 минут уже, ну я не, вот что ты делала, Настя? Охуеть. Я сам полетел вниз, потом меня суманули. И всех суманили, блядь. Садись, Ром. Блять, ребят, пожалуйста, быстрее, нахуй. Гру магик, блять, еще впереди, сука, шевелитесь, нахуй. Полумесяц и крест. Остаетесь на боссе сбивать косты. Остальные садитесь, кому мест не хватило, в любые машины. Играйте по трэшу и так далее. И собирайте трэш на все. Лужи никто не разбивает. Сели по машинкам быстрее. Колчатаны пока никто не сбивает. Сзади позбивайте только. Кто на мотоциклах, завозите внутрь. Ой, бля. Мотоциклы завозите, колчатаны внутрь. Ну кто, блядь, лужу разливает? Вы чё там, блядь, там одна кнопка мазута этого ебаного. Не разливайте его, пожалуйста, на мотоциклах. Ванну себе разлейте, я не знаю, нахуй. Но сюда его разливать не надо, блядь. Давайте сбиваем колчеданы внутри, только босса не используйте. Все, заехали, сейчас будем пылять. Внутрь зашли все. Все, запускаете крест. Трусы, напоминаю, вы на боссе тупо стоите и сбиваете косты. Осадные, пуляйте. Босс, крест, трусы. Ой, крест и полумесяц точно. Все, крест, уезжай. От столбов отъезжаю. Каст. Крест, трусы. У вас там электрошок, кнопочка называется. Вот этот электрошок ебаный, нужно нажать, подъехать, блять, к этому огненному элефану, блять, и сбить нахуй. Одну ебаную кнопку, блять. Вы все время, блять, стоите в боссе, нахуй. Вот за полумесяцем сейчас идет, крест должен быть в боссе сбивать каст, нахуй. Почему этот каст не сбивается, блядь? Объясните мне, нахуй. Неужели, сука, сложно, блядь, нажать одну ебучую кнопку? Одну ебучую кнопку, нахуй. Подожди, ну вот те, кто на трофейной машине, он, Милфхант, должен ездить за боссом почти впритык. Я сказал, кресту и полумесяцу, блядь. Вот почему, нахуй, вы крест и полумесяц, блядь, вы не можете, сука, стать боссом. Троечку нажми, крестик. Да хули толку, что он нажмет, если он далеко от босса. Он к боссу подъедет, нахуй, наконец. И когда он сейчас будет кастать этот каст, тебе нужно нажать двоечку. Но только близко крестик к нему достаточно находиться, чтобы попасть. Север, подъезжай к колчедану. Тупорылые нахуй. На осадных машинах все в босса поехали нахуй. И нажимайте ебучую одну кнопочку нахуй, сбить каст. Она на двоечке находится. Спасибо, блядь. Потому что, блядь, челы не могут с этим справиться. Красава нахуй. Первый каст нахуй, сбит, блядь. Успех нахуй. По боссу все сыграли. Сейчас этих долбоебов нахуй выпнемся, блядь. Каст не могли сбить нахуй. И два разрушителя тоже заслакало, блять. Колчедан не настакали. Босса все бейте, допинывайте до конца.
Ебать, я еще по боссу подамажил, махать. Я тоже. Да, ну джоб нес, нахуй. На стрижил, идем быстрее. Блять, а че я как долбоеб бегу, блять, не такой уж нас. Пиздец, нахуй. Хиру, да, лучше кому-нибудь там с ДДшеров. Смысл хилу. Сори, не тот таргет. Рыбу хавайте быстрее. Берите этого пса, пожалуйста. Кого пса? Локовского. Не буду убирать. Фиеста Афлик? What the fuck? Блять, надо же камень другой сделать. А, ты сикарду получил? А сколько хосты у тебя? Ну, 1160 с камнем, ну, на хосту, который. Ну, у тебя на 100 больше, чем у меня. Соки-то я еще не перебивал, пока что. Пока не реворкали, типа, не перебил. Ну да, да. Поехали. Блин, где это? Да ротация уебанская, с этим семечком, блядь, вот эту, с которой сейчас Т4 на Африке, это пиздец. Раз в 30 секунд. Рофл, блядь. А чё такого? Да хуй знает, хуйня какая-то, бонус вообще уебанский. Скорее бы реворкнули, блядь. На экзекутке очень сочно. Блядь, экзекутка нахуй длится не долго. Ну да, да. А если еще босс с трэшем с каким-то, то ну, там не покрутишь. Допустим, на гниломорде вообще сложно, потому что там слизни постоянно под боссом.
Ну, пока в Африке побегаю, кнопки поспоминаю, как правильно лучше нажимать. Ну, кстати, повыносить нас. Пускайте босса и по ОСП. Геру, давайте. Ладно, я не сидел, конечно, там сколько. Напоминаю, ребята, для вас сегодня действует акция. Если кто-то запустит хотя бы какого-нибудь хранителя, я минусую ЕП сразу всему рейду. Буду минусовать в большом количестве, если человек не признается, что это он запустил. Поэтому, когда мы убиваем хранителей, никто их не трогает. Можно на замену? Охуенно вы пуляете, блядь, ребята, нахуй. Косты сбивать не учили, блядь. Отходите от ветерков, еще сейчас сдохните, нахуй. Еще одного запулили, блядь. Ладно, этого еще забаню. Так у нас 5 локов, что никто бан нажать не может. Ну, я добегал, например, блядь. Да мира, сокер, опять АФКша, блядь. Кикните его в гильдии. Могу только тебя с гильдии кликнуть, хочешь? Кунка вообще какой-то злой сегодня, видите? Кунка мега злой. А пиздец, он агрессия. Я еще в ПМ всех оскорбляю. ГП оскорбляю. У нас нет ГП. Будет. Поехали, блин. Ну, фонари на пульте тут. Адельчик, тут каст фейкать вроде надо. Есть что. Не знаю, тут ауру на каст ставится, ничего фейкать не надо. Эмана, жми, у кого на каст там.
Отдайте ауру другому плоти. Ясно, пошел я нахуй. Минус 104, блять. Моб нахуй появился. Нажимай. Не нажала, понял. Тут один каст, блять, ебаный в рот. На него и нажимать на. Ну да, я понял. Можно на трансмут-то не идить? Да, конечно, можете не идти, что хотите. Блять, как-то кнопок мало, нахуй. Сука, что-то я, блядь, в ТТ-10 больше нажимал, нахуй. Вообще хоть что-то изменилось в Ульде? Все да как не... обычно. Ты все как обычно, ничего не менялось. Так на... Яростно. Поехали. Компобот это серый знает свой нелан, красава. Уважаемый человек. Респект таким ребятам. Вы видите, блядь, с купола этого выводить, он же это поглощает. Че еще раз? А тут посланник титанов работает? Угу. Делал уже кто-то? Завтра кто-то. А вы не делали? Войд? Кого не делал? Посланник титанов делал кто-то? Мы нет. Вообще делают? Очень плохо Настя слушает. Я не знала, скорее всего, экзальты делали при актуале. Ну, это не точно. Но мы не делали. Кого делали? Нихуя не понял. Посланник титана. В актуальном шноте пройти вот таким делом. Это хуйня. Легко делается, если нормально люди. Там только уголовный пожарник немножко. В актуальном шмоте может подъебать. Но опять же там, если делать все нормально, то легко. А Кихера, мы еще не дошли до хранителя. Короче, на полумаф поехали. Этот метки, короче, если на вас меткой крест кидается, в центр уносите. Если черепок, блядь, по бокам это лужа. Не разлейте лужу. Фонарь вперед, блядь. Ран, Вася, ран. Не оставишь шанса, ну ты понял, кем надо. Бля, чё без арчепа, ну, сука. Чтобы ты не зазнавался. Я тебя приплод проебал. Кунка не дамажит? Оранжевая палка не влияет? Реально. Я его на трансмоб купил. Хорош. Комбо, Милфхант. Иди из рейда, сейчас притянет нас всех. Не, это обычно. Ну, мы еще не перевели в гераже. Пока не притянет. Один... Угу. Там бомбот идут, сейчас бомбанет. Еще бомба отрезает.
Дай секунду. Искорка. Искорка, искорка. Поискрее играйте. Уже все. Рильно. Всем привет. Привет. Да. Че, потеете, ДПС даете? Ну, именно так. Заняться нечем. Потеем мы. Ёпта. Случайно кнопочку нажал, бля. Чарж, бля. Пуша покинуть тело, ну. Блять, прикинь, нахуй. Че, на секунду попозже точно плавит. Ну из-за тебя чуть не умер. Реально, блин. Да я поменял раскладку кнопок немного, потому что накинуться неудобно, блять. По привычке тыкнул, нахуй, чарч. Престораде плечи дайте, если не надо. О, это Навара красивый. На пол. Нет. Все, забираем, кунка. Сверл, дайте еще плечи. Ничего себе, Веслуция забирает. О-о-о. Там, кстати, за каждую шмотку в конце рейда 500 ЕП снимают. Серьезно? Нет. В минусах уйду. А здесь по боссу увеличенный урон? Или как? По сердцу. По сердцу X2, по боссу X1. Топовый, выходи из этой, из инста. Топовый с тебя бой спал. И тэпайся потом. Бывает такой баг после убийства. Ай. На голову не сразу? Да. Ну, трэш, ты убьём и на голову. На спектр? Да, да, распекай. Блять. Стоп. Тихо, на рога гоу, блин. А чё я? Это не я даже. Кто пульнул, знает я, кто. Реально, я не я, блять, хата не моя, начинается. Реально, моя хата с края. Слушай. Блять, единственная прелесть Африка, забываешь, что такое осколки вообще, нахуй. Забываешь про их фарм, нахуй. Я считаю, это идеально, нахуй. Ну чё, ты пятый выйди, тоже забудешь. На любых спеках. Ну да, спять ещё далеко. А чё, в Т5 все локи сосалку юзают, что ли? Да, нет. Нет. Там осколки со всех скиллов даются почти. Очень плохо помню, что делать, поэтому говорите прямо во время боя, хотя бы.
От кары отбегаете, когда ставлю печеньку крест, в тот портал забегаем. Не надо его там запрыгивать, просто заходите в него еще. Нажимать я ничего не надо, просто проходите сквозь его и вас закидывают в другую хуйню. Попадаете в другой мир, там двигаетесь, не стоите на месте, потому что там есть трэш, вас не ем. Все. Кара кидается в трех местах, такие три огонька нахуй. От этих трех огоньков отбегаете 20 метров раньше. Дальше бьете босса. АУЕ минимально нахуй. Кого, блядь, на бомбочке поставить? Как отбивать, блядь? Хули шит со мной? Не, подожди, хуйня, идея. Благнарк, со мной будешь на бомбах. Я буду ставить метку. Вообще на полубах. Тебе ничего не надо делать, просто, блядь, там он ДКшник умирает, и он, допускай, заводит звезды нахуй. Ну, эти, блядь, хуйню. А ты просто он меняйся с фонарем, когда на стаке. Все запускайте. Ваши действия нелогичны. Обычный он фонарь первый начнет, видишь на нем, блядь, стаки. Чем поменяешь? Можно я первый, чтобы он первый снял? Вообще похуй, кто здесь первый. Я считаю, фонарега должен быть первый. Фонарега можно быть последним. План на пульте в Ринда тогда. Я заберу с нее. По звездам поехали. Благодарок по звезде. Играй. Звездочку метку ставлю все. Так, стоп, не стоп. Не кара отбежали. Кара отбежали. Отбежали от кары быстрее. Прохил. Прохил. Отошли милики от звезды, блядь. Звезда. Блядь, отойдите оттуда, нахуй. Взрыв прохил. Отойдите, только не зайдите в тот портал, туда можно завести. Блядь, не уешьте звезды так сильно, пожалуйста. Там одну, блядь, почти тоже уже добили. Дай сокру фонари. Взрыв. Кара отбежали, кара отошли, отошли от кары, резче, блядь. Вот эту вот хуйню надо, звездочку подбить. Это, аккуратно, блядь, мили... отведи босса, отведи босса, отведи босса чуть. На, забирай. Скорее всего, умер, блядь. Сейчас кара будет. Кара отбежали, кара отбежали. Отошли от кары быстрее. От звезды отошли, вон звездочку метку поставил. Сюда будем заходить. В печеньку крест, прямо в центре. Прохил. Сейчас будем заходить. Зашли в печеньку крест, зашли в печеньку крест, быстрее. Все зашли, рещина. Двигаемся, не стим на месте. Ясно. У нас 4 человека не нашли печеньку крест. Бывает. Кара, отошли. Оба убили там. Да, по массе ИБР, да. По боссу бейте пока что. Вот эту звезду надо будет подбить. Благдарк. Звездочку. Босс, отведите от звезды, пожалуйста. Звезду быстрее надо добить. До кары. Все, отошли от звезды. Прохил. Прохил рейд быстрее. Настя, сокру. Настя, сокру. От кары отошли. От кары отошли быстрее. Сейчас еще взрыв будет. Вот эту звезду добить быстрее надо, самую дальнюю. Потому что она взорвется, потом будет хуёво. Прохил. И вот эту тоже коцаную надо. Глю, массакру, дай. Отошли, Ахир, отойди от звезды. Отойдите от звезды. Взрыв. Сука. Ясно. Я вижу фазу. Блять, я два раза зашел, сука, в эту хуйню, которая сбилась, это уешки, нахуй. Это пиздец просто полный, нахуй. А уешеры вы хуевы, блять. Кара отошли. Зашли, зашли в печеньку крест, зашли в печеньку крест, быстрее, в печеньку крест зашли, рещина.
Да, я тоже два раза. Все, босса добивайте. Да там слева появилось у миликов сразу, я тоже попал. Наверное, блядь. Это сколько отказывается, о, хвост комит упал, ебать. Мамутик обис? Хуета. Раньше был обис. Ну, хуй его прокат, по-моему. Фонари, бери себе на ретрика хвост комит и бери эти... Это мне? Это все мне? Да, и это все бери себе на ретрика. Ищите меня, он смотри, какой красивый на трансе, мой. Бастион Алгалан. Раза три. Да, он. От Гуччи и Версачи чисто, блин. Гуччи. У меня все своровали. Башмаки, да. Башмаки? Где башмаки? Ну, у тебя есть еще какие-нибудь ботинки на ретрика? Насколько я знаю, нет. Посмотрите, быстрее, ребят. Давайте речь. У меня там супер стрессом бутса. Это был фейспалм. Фонари, ты где? Тут трэш уже, блядь, ждет, нахуй. Тебя, блядь, не дождется. Он умрет раньше, чем я его ударю. От старости. Старости треньку забрал, блядь. О. О. Теперь никто не сорвет. Реально. Наконец-то жизнь спокойна. Найс в урону сдохните. По вам же урон проходит, там красненькая такая хуйня. Нужно выйти, мне кажется, не? Да, это не для скиллованных пацанов. Сейчас, ну, я понял. Я таки понял. Спасибо. Там комбо-то вешается, не вешается, заебал уже. Хлебшик тупо вагон, блять. Смысл? Первый раз Алгалан убил, блядь. Так я же магом ходил постоянно. Мага не дам. Все равно вагон у льда, а сколько лет уже? Ну я к вам пришел, когда льда уже не было актуальным. Это тебе не шершнем пиздиться на лестнице. Всего напомню, блядь. Все потому что нахуй нехуй косплеить на эти, блядь. Убил? Борьба с шершнями, блядь. Да, да, убил, но он меня хорошенько отпиздил, блядь. Пиви-пи, все тело, блядь, в синяках, нахуй. Так, я что, еще, да? На, забираешь мелкого, потом среднего, а фонарей среднего и большого изначально. Фулбаф, быстрее поехали. Кулаки друидам дайте. Все, идите пулять. Настя, не пиздец, а пулять надо. На Ринда напал, знаете. Дальше фонарит, иди чуть. Пигучее семя не доставало, блядь. Кунька, в руну отведи. Настя, к руне подводи. Ближе. Все хорош. Мася, дай бар по кунке. Среднего забирай, по среднему поехали. Ой, ничего не видно. Ладно, он пропал уже.
С руны выбежали, от руны отошли, сейчас руны смерти будет. Отошли, 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 Сокру, дай фонарик. Убиваем среднего. Серый, забирай большую. Забирай, заберите. Забирай фонарь. Сальвы. Геру дайте фулл ДПС. Ебать, кот огромный, кайф. Сальву поворачиваю. Вы ничего, ты хоть не Геру тыкаешь, что ли, там иногда. Разошлись, набрали рейндж, разошлись, набрали рейндж, быстрее. Настя, массакру. Ебать, мутант нахуй стоит. Блять, я уже думал сдохну. Сколько осталось? Кинжал, да? Который я, блядь, когда хотел, он не падал. Сука, как так я пошел, а он сразу... Да это поздно, это ласт льда, он там, если не хватит, донит, это ему, у него 26 получается, еще 4 нет. Да, да, да. Это ж сколько будет абсорба у паладина в Т4 и с лавониром? Да там Т4 сейчас на холиков имба, блядь, на самом деле. Там, блядь, вот эти холилайты по 0.7. Вспышку еще там закинули в ротацию. Какой-то есть, да? Да, плюс абсорб, ну, прям шикарно смотрится. Можно ДЦ не брать в рейд вообще. Вот до чего еще? Ну это специально, да. Не переживай, это все, они в первом рейде, ты ходишь во второй. Окей. Так что не переживай. Я могу на 5 минут 40. Добрый день. Давайте остальные рещи все сюда, блядь. Зашли, блядь, поднялись на Калаграна, ёбнули его нахуй, пошли дальше. Рещи, ребят, сколько еще там боссов? Да хуя боссов еще. Да, дайте спекнуть. Да похуй, блядь, потом спекнешься в танке, будь. Алканфил, блядь, ты там заблудился, дружочек, блядь. Кирилл, помнишь по тактикам? Тело бить или по рукам сначала? Тело бить, блядь. Все, поехали. Вам не пройти. Убежали. На помощь. Фонарь. Олег, по правой руке свечни, с правой руку быстрее. Слышишь фонарь? Потом. Не, Настя. Я хочу потанчить. Блять. Настя, ты настолько расстроилась в своем ретрике, что хочешь танковать уже? Левую, правую руку сыграли все. Правую руку сыграли и по левой. Правая и левая убили нахуй быстрее. Убили две руки. Речь. Две трения. Тринкет упал. Неплохой тринкет. Крит и 1800 АП на 20. На 20 секунд. Да для 226 это прям триня нахуй. Ну он, прикинь, он лучше черепа с ЛК Хэнки. 50. Ой, с ЛК бычки 10. Нет, он не может быть лучше. Блять, а почему он не может быть лучше нахуй, если череп прокает 1.5 минуты на сколько там, 1400 АП? А тут 1722 АП, блядь. Ну черепа 45 секунд, когда должно быть. Ну, ты ровно под бурст. Ну а ты...
А ты манекен иди потести, блядь, посмотришь, как оно там подгурст. Поехали, потрэш, ну, чувствуй. Не хуже, не намного хуже. Настя, ты спекнул же, да? И это 226-я триня. А, там. А у приги какой КД? Приги адекватный КД. А вот у этих, блядь, ТБЛов и прочей хуйни у всех по 90. Ну алло, чипов, без второго моба сичните жирного. Вам пизда. Ебать вы козлы нахуй. Блять, я живой. Погнали большого мне там кошадниц съебал. Настя, пока можешь глянуть на моего ретрика. Из говна и палок собранный. Ну, фонари, это кринж, нахуй. Это... Нормальный. А в Гуччи оделся. Сейчас всех гильдии, блядь. Это бисовый ретрик, он Фиеста просто удалит с игрой. Кринж, нахуй. Вон на твоего бисового ретрика, блядь, плечи упали. Кстати, прикольно смотрится. Да ПВПшка, сугроб обойди, сугроб обошли, сугроб обошли. Да. Настя, не надо думать. Ты просто идешь вперед и там учишься. Кто наступил? Не наступали, рядом пробежали. Кто? Не знаю, какой-то Эрдар вроде. 500 голды я дам, если ник скажешь. Чей пробежали. Клоуны тупые нахуй. Ладно, я не ну идите все сюда, блять. Все сюда, бегите, блять. Обойдите хоть один ебучий сугроб, нахуй. По левой стороне, блять, к стене прижались и побежали вперед, нахуй. И к стене прижимаемся также. Бежим к боссу, нахуй. До Доталова, нахуй, пиздуя, блять. Ну быстрее там, резче, блядь. Трэш не надо бить, бежим, блядь. Все, вот тут вот, блядь, заводи их сюда, нахуй, босс, блядь. И тут будем их пылесосить, нахуй. Ой, блядь, мастаун боб. Пизду, блядь. Одно семечко, ну. Одно, блядь. Фонарий дай по паладину. Кулачок, пожалуйста. Только по паладину. Спасибо. Ну, а дай каску. А себе на 10. Локов, ребав, дайте каску мне, пожалуйста. Лапка есть, все, похуй на стене. Потом. Склепы заливаем, потом по боссу. Склепы заливаем, потом по боссу. Север, это присуманьте? Он АФК пока еще. Он написал, что он тут. Технический. Честно, я сейчас кулак... О. Север Морос? Север Торос. Все, поехали. Ну тут склепы заливаем, потом по боссу. Все там напуливают, блять, как не в себя, нахуй. Что я не чувствую, блядь, что они напуливают.
Ну, это твои уже проблемы, что ты не чувствуешь. Все остальные это чувствуют. Что в тебя напуливают. Ой, блядь, я чуть не умер, нахуй, под конец. Ху, блядь. Кунка, ты горд мой? Горд? Да, звучит. Прозвучало обидно, нахуй, на самом деле. Смысл? Да, лишь бы меня обидеть. Быть горбом фонаря как-то, блядь, непрестижно, хуй его. Фонари уже 10к дают, типа. Завтра 20 будет жать. Завтра мне уже 7 буду собирать. О, кошарница тут. Ну, заходите вот сюда. Тут начнем починки. Если кому-то очень надо посох, я дам. Настя, лови. Ой, блядь, Юля, точнее. Его ловить. Он фрейдит. Ой, я урай, точнее, кошатница. Я? Да. Что, минус феникс первый? Тут ДЦ начнет на Сирусе. Нет. Иди, блядь. Прожмись только 50% на ней. Будет пизда, нахуй, сразу. Прохил, куда ты спиной бежишь, блядь, уже ревностный, нахуй. Прохил, блядь. По кошкам залили этим, ёбнутым. Спал приказ кипен. Блять, смоди спину. А бюджета как это не существует, знаешь? О, это мне? Бис ретрика. Да, бис. Здоровья. Да. Не аспекнулся в ретрика сразу. Их одновременно заливайте, пожалуйста. Там уже. Вот везде играть хочешь. Спасибо. Посиди фрай сначала, там трэш и дохуя убьем сразу. Так, осталось у нас, получается, 5 боссов. И 2 осколка только выпало, да? Дальше отведи те, кто там сагрил. А мы же тестили, мы это... В кучу встаньте, блядь, чтобы они не были. Ясно, кто-то корни, блядь, снял. Ладно, я забанил. Отводите еще дальше этот трэш. Клоуны, блядь. Все, хорош.
вот тестить. Мы же вроде тестили, что это большого стража убить можем, зергануть. Можно, можно, если осторожно. Но он прям жирничий такой. И танка может зергануть. Ой, короче, фонари в жопу. Спекай себе назад в танка, блять. Ну всё. Это нереально. Я пристрастился, буду топовым ретриком. Давайте все по звезде поехали. Все в звезду нахуй лились максимально. Да. А контроль ей тоже можно дать. О, это ебать, мне? Это бис, нахуй, это мне. О, это тоже ебать. Ой, ебать. Нихуя себе. Это все мне. Три штуки упало, ебать. Ну это все мне, нахуй, уж понимаете. Надо лутера пускать, пиздец, красиво. Припит удал дракону, я мощь. Кто сбил? Да, за все кидаем, блядь, это точно. Обходите это дерево. Сейчас я приду еще. Лёд, я. Долбанок. Привет, там рядом, аккуратней. Где? А. Мирае, ну ты вообще, блядь. Фрей по воде идет. Пожалуйста, отойдите от края воды, ребят. Я вас точно. Ну там пьет ее. О. Всем привет. Holy shit, да? Holy shit, я. Кунка танчи. Аша, ебать. Это говно, откуда? Можете даже стоп хил. Это, блять, ебало. Да. Бля, 10 раз сказали войс, я хуею. Ну и пошли теперь на ФК-шеров, ёпта. Феникс отошел уже вайп на месяц. Скажем, давай скажем Фениксу, типа ты там стоял, а там на тебя согрелась. Да. Ебанулась и туда пошла в сторону. А мы тут быстренько рестимся. Кто там... Так долго умирает. Наконец-то. Конка, почему ты не затанчил? Чё с капом дефа? Да, чё-то... Не спарировал реально. Скажи, Вихрь, когда я был? Да, БША в КД было, так бы затанчил. Ой, тетенька идет, тетенька страшная. Тетя быстро бежит назад, ёпта. Оглядывается. Тетенька, ты, бля, спекнулся назад в танк? Я уже все, я стану топовым ретриком. Давай, бля, спекнись. Только посмотри мою пушку, чего она стоит. Сейчас спекнусь. Я, бля, манала Акунку. Это бис на Акунку. Всё, вы больше не видите его. Разваг. Ну, ты классно, бафаешься ретриком. Да. Начи рыбку покушать. Ой, готовьтесь парировать, арт. И как вы меня убили, блядь? Фрейн у тебя спулилась, пока да. Ты прошел. На меня спулилась, да? На меня, когда я стоял.
Ну, она типа на пета, который на бездействии стоял, да? Настя горит, пух на трэш гоу будет, блядь. Я понял. Так. Давайте эту заблудшую милфу разнесем, что ли?